Но мне в меньшей степени хотелось бы говорить про игру, про моменты, про преимущества. Вот, столько за последние годы было сделано хорошего, на глазах все это рушится. Поэтому надо серьезно разбираться. Если у нас есть команда, есть лидеры, есть тренерский штаб, то мы найдем причину и выйдем на другой уровень игры. Спасибо. Главный тренер Рубля, Алексей Александрович. Значит, ну, футбол, видите, любят игру эту во всем мире за то, что она непредсказуема и полна парадоксов. Прошлые игры, из которых 5 было на выезде, мы создавали кучу моментов, имели подавляющее преимущество, но не всегда нам удавалось выиграть. Сегодня мы играли, ну, так сказать, мы чуть хуже, чем в предыдущих играх, но победили. Ну, победили. Поэтому, ну, на прошлой неделе вот приезжал Тарханов Александр Федорович, я с ним разговаривал где-то 3 часа, и он сказал такую вещь, ну, мало иметь какие-то методические наработки, там, тренерские идеи, их нужно подкреплять еще характером. Да, у нас там непростой был период, там, ну, за то, что говорю, становление команды меня уже ругают, но тем не менее. Значит, у нас вместе с командой еще много творческих идей, которых мы в ближайшее время представим на суд зрителя. Поэтому я думаю, нам нужно набирать ход. И слава богу, что подросла трава и в поле позволяет играть комбинационный футбол. Поэтому я думаю, что со временем мы будем играть еще сильнее. Ну а в целом по игре обе команды продемонстрировали интересную игру, которая понравилась зрителям. Ну вот, собственно, такое резюме по игре. Не 2 предложения сказать, господа, что меня ругали, что 2 предложения говорили. И меньше читайте интернет. А можно задать вопрос? Вопрос, пожалуйста. Бурмельские ведомости. Сергей Витальевич, Ньюман начал очень уверенно чемпионат. Показал характер, особенно вот в игре с Батей. Красивый, я считаю, один из лучших матчей. Если сравнивать, вот, допустим, днем на той игре и сегодняшней, ну, поверьте, все-таки большая разница. Вот в чем все-таки главная причина? Или это полоса невезения, или это какой-то надлом, или что-то. Вот, или... Ну, я частично уже ответил, потому что я не хотел бы сейчас вдаваться в подробности, потому что это нам стоит разобраться, в чем причина, и исправлять эти проблемы. Поэтому в большей степени, еще раз говорю, что здесь все не в игровой кондиции и не в игровых каких-то идеях вся эта проблема. Поэтому тут, может быть, матч Батэ, я говорю, он, может быть, заслужил какую-то негативную службу. Поэтому я еще раз говорю, нам стоит сесть спокойно и разобраться, без паники, без истерики, разобраться и найти причину. Если создаем столько моментов и не забиваем, значит, есть причина. Значит, есть не только индивидуальное мастерство футболистов. Поэтому будем разбираться именно в этом. Спасибо. Еще попробую. Алексей Александрович, вы почти в каждом матче... До конца, как говорится, или это Михаил Афанасьев, или это все связано с его физикой, или просто с тактической? Сегодня не соглашусь. Сегодня не соглашусь. Сегодня вы видели, даже он уходил и обиделся. Что я его заменил, бросил мне по дороге, говорит, что у меня еще полно сил. Но сегодня это с точки зрения тактики. Соперник выпустил свежих фланговых игроков, нам нужно было перестроиться, поэтому с этим связана замена Афанасьева. Спасибо. Алексей Александрович, молодой. Тоже вопрос будет про замены. Сегодня вы использовали все замены, вот, но по сравнению с остальными тренерами лиги, вы используете меньше всех замен. Почему так? Команда хорошо физически готова. Зачем ломать игру, если и так все хорошо? Спасибо.
Зачем делать замену ради замены? Я этого не понимаю, честно говоря. Замена должна усиливать, нести какой-то смысл. А замена ради замены, понимаете, когда все, каждое очко приходится выцарапывать, идет, видите, борьба за каждое очко. Результаты сегодняшнего тура об этом говорят. Поэтому отсюда и замена. Замена должна нести какой-то смысл, понимаете. Спасибо. Хорошо, последний вопрос, если поможет. Футбол Борис Юрьевич, такой вопрос. Сегодня не было в заявке форварда Лачины, и это уже получается ваша серия из двух матчей, которые вы не забиваете. Можете объяснить, почему вы подали же? Ну, это не вторая серия, что мы не забиваем. Ну да, уже последние четыре мы не забиваем. Дело в том, что это тоже одна из причин. Вот, поэтому будем разбираться, почему. Я не буду сейчас объяснять причину. Но он в команде? Все, да, спасибо. Он в команде. Может, последний. Сегодня пока еще. Угу. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.